мою скромну думку, найкращий футболіст не лише сьогоднішнього Запорізького Металурга, а й матчу Максим Старцев. Максиме, били-били вам сьогодні, лише раз забили. Той гол, ви так сварились на захисників. Що було в голові, в думках? Ну, обидно, что, в принципе, сегодня нам игра давалась. Да, и Днепр, конечно, атаковал, имел преимущество, но и мы выглядели довольно-таки неплохо по сравнению с предыдущими играми. И немножко не хватило концентрации. Ребята на площадке упустили Селезнева, он оказался один, расстрелял, и я не смог выручить. Но все равно я желаю Днепру победы, потому что для меня это родная команда. Здесь я вырос, здесь я стал футболистом. И я от всей души желаю Днепру, чтобы они в этом году стали чемпионами. Вы сегодня ледь голос не зрывали, так кричали. В який момент матчу был найважчий? Знаете, весь матч был в напряжении. Старался подсказывать защитникам, чтобы они меньше ошибались, потому что очень тяжелое поле сегодня, погода. И ребята молодцы, все-таки допускали мало сегодня ошибок. У вас сегодня молодые партнеры, 95-96 року играли. Вот вы на правах такого ветерана, так что им скажете после матча? Ну, ребята у нас молодые, перспективные. И я думаю, что за ними будущее запорожского футбола. Тем более у нас школа очень хорошая. И сейчас привлекают, Олег Анатольевич привлекает молодых футболистов на тренировки. И я думаю, что сейчас такой период у нас в Запорожье, что смена поколений, наверное. И я думаю, что в скором будущем все у нас будет хорошо. Спасибо вам, Максим. Успехов. Успехов. Максим Старцев, знову ж таки повторюсь, просто молодець сьогодні.